Создадим проект на Ravelry за 5 минут. Создадим проект на Ravelry. У меня сразу же, как только я печатаю букву R, появляется слово Ravelry. Если у вас такого не происходит, вы печатаете Ravelry.com. И так, logout. Создадим проект на Ravelry. Для этого сейчас мы откроем этот веб-сайт. Мой браузер знает, что я на Ravelry хожу часто, поэтому как только я набираю букву R, сразу же у меня открывается. Создадим проект на Ravelry. Для этого нам нужно открыть веб-сайт Ravelry.com. Ravelry.com. Если вы не зарегистрированы на этом веб-сайте, вам нужно нажать кнопочку Join Now, присоединиться сейчас и придумать свой никнейм, составить пароль и зарегистрироваться в этом поле. Стандартная ситуация, стандартная процедура. Я зарегистрирована, поэтому я нажимаю кнопочку «Логин» и захожу на веб-сайт. Вот это моя иконка, моя фотография на Ravelry. И сейчас для того, чтобы создать проект, мы идем в мою записную книжку, «My Notebook». Сразу же первая вкладка «Projects». Проекты. Нажимаем на нее. У меня тут уже проектов много создано. И сейчас я создам новый проект. Нажимаем кнопочку вот в этом вот углу Add Project. Добавляем проект. Какой вид рукоделия? Мы выбираем. Crocheting – это вязание крючком, knitting – это вязание спицами, loom knitting – это качество, machine knitting – это машинное вязание. Weaving – это, кстати, тоже ткачество. И loom knitting, я извиняюсь, loom knitting – это вязание с помощью пластиковых рамок. И spinning – это прядение. Давайте создадим проект по вязанию. Name your project. Ravelry. Project. Вы можете назвать проект на русском языке. Теперь, если вы использовали чье-то описание из Ravelry или откуда-то еще, то кнопочка красная «I used a pattern» будет в вашем случае применяться, и вы пишете название проекта, например, я не знаю что, «Three rounds». И вы продолжаете... Нажимайте кнопочку Continue. Сейчас вы можете увидеть список всех описаний, в названии которых есть слова three rounds, три круга. И в данном случае у нас 11 страниц. И я вижу, что вот это вот описание, это то, о котором я, например, говорю. В данном случае я выбираю бесплатную схему. Это шаль три круга. И ее иконка вот тут, и я нажимаю кнопочку «Choose this pattern». Я выбираю эту схему. Проект создан. Теперь мы можем написать, что этот проект создан сегодня, 14 июня 2017 года. Когда проект будет завершен, я выберу дату, когда проект закончила. Мне проект этот очень нравится. Я точно знаю. Я ставлю смайлик. Эта шаль находится в процессе. Когда я нажимаю стрелку около слова «статус», у меня выпадает окошко, в котором написано «in progress» — в процессе, «finished» — закончено, «hibernating» —
вяжете, но проект еще спит в спячке. Или frogged, вы решили распустить его. То есть, когда вы распускаете проект, мне очень нравится эта опция. Я не удаляю свои проекты, а я, если проект распустила, я просто пишу, что он frogged, что он распущен. И когда я захожу на страницу своих проектов на Ravelry, пытаюсь вспомнить, пыталась я когда-то вязать схему или нет. Я открываю страничку, я вижу, да, я пыталась вязать проект, я его распустила, и в поле note, в поле записки или примечания, я обычно пишу, например, почему я распустила этот проект. Данный проект у меня, который я только создаю, это проект in progress. Когда я его закончу и поставлю дату completed, когда он был закончен, вот в этой вот графе, вот тут, и выберу. В это же время я зайду вот в эту вкладку и напишу, и нажму кнопочку finished, и статус моего проекта поменяется. Почему это удобно делать? Почему удобно менять статус? Дело в том, что когда у вас создано уже очень много проектов, и, например, у вас есть много законченных, много в процессе, и несколько проектов, которые в спячке, вы можете в собственных проектах делать поиск по статусу. Так, теперь, для кого этот проект я вяжу? Например, my friend. Я могу сделать, это новая опция, раньше ее не было, несколько лет назад ее не было, я могу написать, для кого это сделано. Я ни разу не пользовалась этой опцией, наверное, тут надо написать имя, тут, наверное, есть как бы связь этого поля с людьми, которые уже создали свои профайлы на Ravelry. Я никогда этой опцией не пользовалась. Я бы проверила ее сейчас, но, честно говоря, навскидку не могу вспомнить ни одно имя быстро из тех, кто на Ravelry, друзья. У всех такие смешные никнеймы или сложные. Когда я закончу эту шаль, я ее измерю и напишу размер, например, 80 сантиметров на 170 сантиметров. Теперь, есть поле Pattern Name, название схемы, которое, в принципе, можно изменить. Если вдруг вы поняли, что вы случайно присоединили свой проект не к той схеме, то вы можете написать, например, другое название. И я, например, пишу rumor и нажимаю на вот эту кнопочку для того, чтобы найти схему. И у меня есть бегунок. По левой стороне этого зеленого окошка я вижу название схем. По правой стороне этого окошка я вижу имена дизайнеров. И давайте выберем шаль Румор. Я могу еще раз посмотреть, тот ли этот Румор. Да, это тот самый Румор. Выбираем его. И в окошке Крафт, вернее, в поле Крафт, вид рукоделия, мы можем подумать и сказать, хорошо, я перепутала, я вяжу ее не спицами, а я вяжу, например, на, ну, я не знаю, на машинке. Проставляем таги, теги. Теги всем понятно, все знают, да? Добавим спицы. Спицы можно выбрать в миллиметрах или в US размерах. Выберем 3,5 миллиметра. И тут я такая думаю, давайте я половину свяжу 3,5 миллиметра, а другую половину 2,25. Количество спиц можно выбрать очень много, сколько угодно. Теперь, поле Gauge – это контрольный образец. Вы можете контрольный образец изменять в количествах повторов или рапортов, или в петлях. Допустим, 22 петли и, ну, я не знаю, 46 рядов. И в чем мы считаем эти ряды? Мы их можем считать в квадрате 2,5 сантиметра, в квадрате 5 сантиметров или в квадрате 10 сантиметров. Мы можем написать для себя
какую схему мы использовали для нашего контрольного образца. Например, я могу написать гартер или платочная вязка. И, допустим, я немножечко ажур. Платочная вязка и ажур. И это поле мы делаем исключительно для себя, чтобы мы могли впоследствии, например, через год, мы хотели связать похожую шаль или мы вяжем похожую шаль другого дизайна. Мы заходим и смотрим этими спицами из данной пряжи. Контрольный образец вот такого вот размера, 10 сантиметров, столько-то петель, столько-то рядов, был у нас такого-то размера. Этим я не пользовалась никогда, что это, я не знаю, давайте посмотрим вместе. Не знаю, что я сделала только что. Написано «Fill and gauge from pattern». Возможно, это... Не знаю, не буду гадать, не буду врать. Если узнаю, когда-нибудь напишу в инфобоксе под видео, что такое fill in gauge. Не имею представления. Теперь подходим к интересному. Что я очень люблю и что я использую на Ravelry, это как бы ваш личный каталог пряжи, который у вас есть. Если всю свою новую пряжу, которую вы купили, вы заносите в виртуальную кладовку, в виртуальный каталог, то тогда вам очень легко, вам не нужно вспоминать, вам не нужно рыться в коробках, вам очень легко открыть просто весь список пряжи, которые у вас есть, и посмотреть, что вы хотите использовать для данного проекта. Кстати, видео по тому, как создать виртуальную кладовку, каталог пряжи, есть у меня на канале. Поищите, пожалуйста, если вам интересно. Теперь, если у вас виртуальная кладовка пряжи есть, есть каталог пряжи, вы нажимаете кнопочку «Use Stash Yarn». Использовать ярн, который у вас, использовать пряжу, которая у вас есть в запасах, в вашем стэш. И тут выпадает огромный список пряжи, которая у меня в кладовке есть. И у меня тут три листа. Давайте возьмем ацетатный шелк. Давайте вот, я не знаю, что это такое. Давайте возьмем вот это вот. Какой-то цитрон у меня есть. Теперь я знаю, какая пряжа у меня есть. И веб-сайт автоматически проставил, что эта пряжа имеет 875 ярдов в 100 граммах. Если я открою в новом окне эту пряжу, то я могу увидеть, что она выглядит... О, это красивая. Да, точно, у меня такая есть, я помню. Я не знала, что она цитрон называется. Вот. В этой пряже у меня... Один моток, один скейн. И эта пряжа – это 800 метров или 875 ярдов в 100 граммах. Почему я открыла страницу этой пряжи? Потому что на странице проекта, я только что кликнула на проект, открыла проект снова, у меня метраж пасмы в ярдах. Я хотела изменить, я покликала сюда. Это ярды на, на метры не поменялись. Я подумала, что я смогу это сделать на странице пряжи, но, видимо, тот, кто создал страницу цитрона, заявил метраж в ярдах уже, поэтому я не могу изменить вот эти вот два показателя. Теперь, когда я вяжу этот проект, у меня в стэш, в моем запасе, как мы уже посмотрели вот на вот этой странице, я открываю сейчас страничку пряжи. У меня стэшт, у меня захомячено один скейн, одна пасма. Но это не значит, что я могу использовать только одну. Я могу использовать три пасмы. То есть мне сразу веб-сайт посчитает, сколько ярдов. Это примерно 2550 метров. Или 2500 метров. Вот. И это будет 300 грамм. Сразу, если я поставлю сейчас три пасмы на странице цитрона, после сохранения страницы проекта,
Будет написано, что я израсходовала всю пряжу. Теперь мы можем изменить вот эти вот цифры. Написано, вот тут вот гирька нарисована, и написано «Enter totals instead». Мы можем вручную тут уже поменять метры на граммы, метры на ярды, ярды на метры, или граммы на унции. И мы можем написать, сколько метров мы потратили. Допустим, у нас было 3 пасмы, но я знаю, что я потратила, я взвесила шаль, и я потратила 238, например, грамм. Теперь мы можем удалить это все. И веб-сайт у меня спрашивает, точно хотите удалить эту пряжу из своего проекта? Я могу написать «да», и эта пряжа будет удалена. А могу нажать кнопочку «cancel» и оставить эту пряжу просто для наглядности, для того, чтобы вам показать, что кроме той пряжи, которую я присоединила к этому проекту из своей виртуальной кладовочки, из своего stashed yarn, я могу добавить пряжу, которую я не имею еще в каталоге на Ravelry. Тогда я могу написать, например, Ora Sock. И давайте посмотрим, что мы найдем тут. Poppy Yarn and Fiber. И я выбираю None of the above. Это значит никакая из этого. Мы можем написать никакая из этого. Сейчас мы сделаем это. Или я скажу, да, это было Ora Sock. И я уже дальше выбираю цвет. Closest, ближайший цвет. Честно говоря, я не знаю, что вот это за цвет. Это потому что пряжа ручного крошения. Пусть она будет, например, ближайший цвет orange, оранжевый. Номер лота окрашивания. Это метраж. Сколько я пасм использовала? Скейн – это пасма. Я могу написать, что я 4 пасмы использовала. Или я могу написать, что я использовала, допустим, 333 грамма. Я могу написать, где я купила эту пряжу, название магазина Poppy Yarn. Пожалуйста, я могу выбрать этот магазин или написать none of the above, никакой из этого. То есть никакое из того, что список нам предлагает. Я могу выбрать, когда я купила эту пряжу. Я могу даже написать, сколько я за нее заплатила. Этого я никогда не делаю. Теперь мы можем добавить еще раз пряжу. Я просто хочу вам показать пример с этой же пряжей Poppy Yarn. Где я ухожу? Росок. И я могу написать none of the above. Тогда все вот эти вот цифры я должна буду вносить вручную, так как я выбрала как бы ручной ввод того, где я купила, что я купила, какой метраж я купила. Weight – это значит, какой толщины пряжи. Thread – это нить. Cobweb – это паутинка. Lace – это ажурная. Light fingering, fingering sport – это пряжи, которые используются очень часто для нас, для вязания носков. Light fingering, fingering. Да и sport тоже для шалей тоже используется. Дальше пошли более толстые. И WPI – wraps per inch – число оборотов в одном дюйме. То есть это как бы стандартная величина измерения на англоязычных сайтах толщины пряжи. Я также могу выбрать, где я купила. То есть это то, что касается сейчас создания, заполнения информации о пряже. Теперь, в правой стороне этого проекта я могу поставить рейтинг для, например, схемы. Например, схема Rumor, и у нее 5 звезд, 10 проектов было связано. Мы можем посмотреть на эти проекты. Вот, пожалуйста. В
возвращаемся снова к нашей страничке. Два проекта были лайкнуты. Это те проекты, которые лайкнула я. 31 человек поставил эту схему в очередь, то есть они хотят ее связать. И тут название, дизайнер и название Ravelry магазина. Теперь пряжа, которую мы выбирали. Вот, пожалуйста, название пряжи, название того, кто произвел, состав пряжи. Я могу оценить эту пряжу, как я ее люблю. Я могу посмотреть проекты, которые вяжутся из этой пряжи. Вот, пожалуйста, из этого цитрона вот столько вот красоты навязано. 800 проектов, аж на 33 листа. Каждый проект, естественно, я могу открыть. И эту пряжу, stashed, эту пряжу захомячили 950 раз. Причем это не 950 разных человек, а один человек, может быть, захомячил ее 50 раз, а остальные 900 по одному разу. То же самое относится к другой пряже. Я могу... Почему-то я не могу поставить рейтинг у этой пряжи. Наверное, потому что я еще проект не сохранила. И считается, что я еще не успела довязать пряжу. Не успела получить впечатление об этой пряже. Тут, естественно и соответственно, вы можете писать свои мысли по поводу схемы, для того, чтобы люди могли прочитать и видеть ваши мысли об этой схеме. Или также, что я очень часто делаю в проектах, я пишу записки для себя. Я пишу, например, сколько по ширине петель, сколько раз я распускала, какие я изменения в схеме сделала. Кнопочка «Превью» позволяет мне увидеть, что я написала. Теперь... Это кнопочки относятся к шрифту, естественно. Давайте сделаем вот так вот. Давайте сделаем, скопируем вот эту ссылку, эту страницу, и я вам покажу пример. Смотрите, когда я нажимаю вот этот вот глобус, веб-сайт предлагает мне вставить ссылку. Тут я могу написать «ниточка», «Цитрон», «Проекты». Я выделяю эти слова и нажимаю глобус. Вставляю ссылку и нажимаю кнопочку «Insert link». Теперь слова «ниточка», «Проекты» — это ссылка номер один. Создаем проект на Ravelry. Сейчас я создам проект. Смотрите. Проект создан. Наш проект в прогрессе. И наш проект имеет статус. Статус completed. И тут написано work in progress. Я могу нажать кнопочку click to delete. Или click to edit, извиняюсь, это нажмите, чтобы отредактировать. И когда у нас проект завершен, мы еще не поставили, у нас написано в процессе, в прогрессе. Давайте напишем, как будто он у нас заснул и впал в спячку. Нажали кнопку сохранить, completed, и написано, что дата не установлена, процесс спит. Начат 14 июня, и мы можем поставить, допустим, он заснул вот в таком вот состоянии, выполненный, ну, чуть больше наполовину. Вот. То есть мы можем установить дату, мы можем установить статус, мы можем это сделать все вот в этом маленьком окошке. Точно так же мы можем нажать кнопочку «Edit Project» и отредактировать эти же самые данные через редактирование общей страницы. Теперь информация о проекте создана. Теперь нам нужно добавить фотографию. Мы идем во вкладку Add Photos и выбираем фото, например, вот это вот. Номер фото выбран, и теперь Upload, я его загружаю.
фото загружено. Иногда, когда вы открываете после этого страничку Details, фото не появляется. В этом случае нужно нажать перезагрузку страницы, и фото загрузится. Теперь, этот проект сейчас имеет совершенно разнобойное количество пряжи, имеет вообще схемы, не относящиеся к фотографии, и записки смешные, и этот проект вообще неправильный. И, кстати, отсюда, со страницы проекта, когда он уже создан, я могу поставить рейтинг пряжи «Цитрон». Я ставлю 5 звезд. Это очень приятный, хороший шелк, мне он нравится. И я ставлю свою носочную пряжу, она мне, кстати, нравится. И у нее простое название, поэтому она сразу в памяти всплыла. 5 звезд, люблю. Так, и теперь смотрим. Ниточка «Цитрон» проекта. Нажимаем на эту ссылку. Я люблю все открывать в новых окнах. Пожалуйста. Это то, что мы открыли через страничку на нашем проекте. Давайте я вам для примера еще покажу одну вещь. Мы можем ссылку проекта поставить вот таким вот образом. То есть я просто скопировала ссылку. Или же я могу открыть глобус, нажать на глобус, открыть вкладку и вставить ссылку вот таким вот образом. Когда я нажала на глобус, вставила ссылку, нажала кнопочку Enter, у меня появилась ссылка и голубое поле в квадратных скобочках. Не нажимайте сейчас никуда, потому что если вы это сделаете, голубое поле уйдет в квадратных скобочках, и вам нужно будет выделить его вручную заново. Сейчас, когда выделено голубым цветом, я могу написать название ссылки. Пробую вставить ссылку. Нажимаю кнопочку «Сохранить изменения». И зачем я это все делаю? Я хочу вам для примера показать, как будут выглядеть ссылки, которые создаются с помощью глобуса, и ссылки, которые мы вставили. Вот я в данном случае, видите, вот голубой цвет, я ее, давайте, удалила, вставила заново. И давайте сохраним изменения. Это просто как бы орфография сайта. Вот тут вот, видимо, я пропустила квадратную скобочку. Видите, ссылка, которую я вставила последнюю, без глобуса, а просто скопировала, она будет открываться. И она откроется там, где нам нужно, просто у нее нет названия. Вот тут вот очень удобно, что у меня написано название, название ссылки, и когда вы на нее нажимаете, эта ссылка для вас открывается. Теперь давайте посмотрим, какую я ошибку сделала, когда делала вот это. А, я знаю, что сделала. Я случайно не удалила один текст и вставила ссылку. Давайте еще раз попробуем ссылку вставить. Я извиняюсь, что я много этому внимания уделяю, но лучше разобраться с этим сейчас, чтобы потом в будущем своих проектах вы не путались. Я нажимаю на глобус, выпадает окошко. Я в поле вставляю свою ссылку. Я нажимаю кнопочку «Добавить ссылку», и у меня появляется выделенный текст. Link text. Ссылка. Видите цифру 2? Вот тут вот, перед квадратной скобкой. Это предыдущая ссылка, когда, помните, до этого я писала «Пробую вставить ссылку». Каждая ссылка на этой странице, даже если это линк и ссылка одна и та же, посмотрите, это ссылка на одну и ту же схему в данном случае. Я ее использовала 3 раза, все равно все 3 раза она будет прописана вот в этом вот окне. При этом отображаться вот эта вот часть, когда вы сохраните проект, не будет. Будет отображаться только верхняя часть вот эта вот.
верхняя часть ваших записок. Давайте сохраним и посмотрим. Видите? То есть вот так вот это удобно выглядит. Теперь вы разозлились на всех, не дай бог, конечно, я надеюсь, что такого не будет происходить. Нажали кнопочку Edit. Пошли в самый-самый низ, или куда вы пошли. А, нет, я наврала вам. То есть, когда вы нажимаете кнопочку Edit, вы только редактируете проекты свои. Когда у вас проектов создано много, вы идете в закладку «Проекты». Видите, я только что создала свой Ravelry Project, вот этот вот. Теперь я могу отфильтровать проекты, которые in progress. Я могу отфильтровать проекты, которые у меня finished. Я могу отфильтровать проекты, которые в спячке. И сейчас этот проект, который мы только создали, он у нас в спячке. И он выполнен на 80%, и у него уже один лайк. Удивительно, кто-то уже полюбил его. Я могу отредактировать проект. Я могу добавить или удалить фотографии, я могу посмотреть, сколько комментариев. Этот проект совершенно странный и ниоткуда, поэтому я могу его просто удалить. Ravelry спрашивает у меня, удалить проект? Я говорю, да, пожалуйста, удалите, потому что я случайно создала два одинаковых. Все. Теперь я иду в закладку проекта опять и не нахожу этого проекта, потому что я его только что удалила. Вот. Пожалуйста, если есть какие-то вопросы, если есть еще пожелания, что еще на Ravelry сделать, напишите мне в комментариях, и я тогда сделаю для вас видео о Ravelry. И еще раз, если я найду, что там было за зеленый квадратик такой, с которым я не могла понять, с контрольным образцом, если я найду, что это такое, то я тогда в инфобокс под этим видео напишу об этом. А пока спасибо большое за просмотр, и девочки, мальчики, пользуйтесь Ravelry, это отличный каталог, с помощью которого вы можете очень хорошо и очень удобно видеть свои проекты, пользоваться каталогом пряжи и сохранять дизайны. Вот, отличный сайт. Занимаемся.